Так, поменял карту памяти. Это будет, по всей вероятности, 8-я серия. Направление движения в сторону Тюмени. Чуть больше 100 километров до Тюмени. Автомобиль Шкода Октавия, автомат, базовая комплектация. Так, я до финиша 1560 километров. Работает радар детектор. Мы уже проехали пост ГАИ. Движение интенсивное. Спасибо вам за то, что вы пришли. Нам тоже приятно видеть вас. Всем нашим слушателям желаем
время 2012 года. Общество по защите прав автомобилистов «Автосоюз 72» всегда поможет. Материалов.
стоянке 50 рублей. Мы работаем круглосуточно. У нас все вкусно и недорого. Мы вас ждем у себя в гостях. Спасибо. Москалям, как всегда, некогда, блин. А ты кто? Выходи, выходи, кого. Ай, удачи, спасибо. Так. Ну, я не могу. Давай, 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 давай
проезжаем Тюмень по окружной. Впереди, по-моему, затор. Строительство дороги.
Красивый город Тюмень. Новые дома, красочные. We'll be right back.
очень красивый. Ну, мало деревьев, совсем почти нет деревьев. Монстр, Шевроле. 98, 94, 93. Почти все марки. Все компании по производству автомобилей имеют тут свои центры продаж. Nissan, Grand Motors. Город очень красивый. Но нету зелени. На горизонте есть что-то. В самом городе. По крайней мере, то, что я наблюдаю, зелени практически нет. Видать, дома недавно построили, деревья не успели дороги практически, ну не практически, а все компании по производству автомобилей имеют свои центры продаж. Или действующие, или строящиеся. Но в городе мало деревьев, мало зелени. Я думаю, пока мало. Не помню, был в самом городе или нет. Было, но давно. Года 3, наверное, 4 назад. Не помню, чтобы он оставил такое вот яркое впечатление, как сейчас, когда вот уже новостройки, дома поставили. Да, я был зимой. 3 или 4 раза, да, зимой был. Из-за из Нижневартовска в Тюмень что-то перегонял. И что-то Москвы, по-моему, в Тюмени. И из Тюмени в Москву. Как минимум 3 раза. Все время это приходилось на зимний период.
проездом на вокзале был, не помню сколько раз. Даже считать бессмысленно. И проездом поездом был на железнодорожном вокзале, и проездом на автомобиле. Помню, года 3, наверное, назад, или 4, был в Тюмени, получал автомобиль. Разговорился с таксистами. Как раз в то время Собянина уже перевели из Тюмени в Москву. Так тюменцы, ну, таксисты, по крайней мере, очень сожалели о том, что он ушел. Очень довольны. Очень довольны тем, что у них был Собянин градоначальником. Говорю, на вокзале разговаривал, общался с людьми, с таксистами. Очень хорошо отзывались о Сергее Семеновиче Собянине, нынешний мэр Москвы. Кстати, года 3, наверное, 4 назад в Минской области были самые хорошие дороги в России. Самые хорошие. Тогда шло строительство трассы Амур. Шло строительство других и ремонт других федеральных трасс. Но вот в Минской области, как сейчас помню, просто дороги были великолепные. Направленные на поддержание активной сексуальной жизни мужчины. Звоните 8-800-100-0133. 8-800-100-0133. Звонок для всех жителей Российской Федерации абсолютно бесплатный и анонимный. Консультации также бесплатные. 8-800-100-0133. Биологически активная добавка является лекарственным средством. Юмор-ФМ. Телефон рекламной службы. Любой сеанс. Это был восьмой вопрос. Я поняла. Я тоже отвечаю. Так, хорошо. И радостно, и страшно одновременно. Это гражданка Швейцарии? Нет. Все. Она немка? Нет. Она немка. Немка. Угу. У нее есть дети? Это важно для мужчины. Марат, вы даже не подготовились. Нет, честно говоря, про детей я как бы не слышал. Но она как бы была замужем. Все, дальше не подсказывайте. Была, то есть сейчас она свободна. Но я занят, извините, Ольга, давайте вопросики. 13-й. Что-нибудь с чертовщинкой нужно спросить. Гороскоп? Хорошо. Она козерог? А мне продолжать сливать вопросы про детей? Я молчу. Четвертый вопрос задает Ольга. Так. Ольга, вы-то должны. Вот именно. Я-то, конечно.
кого-то подскажут. А видите, в чем дело? Мы когда выбираем в эту игру, мы не смотрим на подсказки. Такие вот мы честные. Мы... Кто-то и смотрит? Так, покинули Тюмень. Хорошо, ага, отличная история. Человек, укравший дышит для утех. Виталий у нас еще есть. Здравствуйте. Направление на Омск. Да, добрый. Да, ну, микрофон украл. Мне это украли, мы пошли в одну ситуацию. Ехали на юг по компании. Мы уже все на велосипеде, все с кастиком, в Москву едем. Минуты в 4 мы как выезжали на трассу, в Аюту. Останавливаю там за превышение, там на лишение, вдвоем мне гаишники говорят. Ты говоришь, садись на заднее сиденье, отмазаться не получится, в общем, туда-сюда, ну, будешь дальше без прав поедешь. Ну, я сижу, так раз 2000 уронил на коврик. Ну, как бы говорю, ребят, убежит у меня, говорю, там, я ботинки ваш почищу, говорю. Он поворачивается, ну ты шутник, забирай документы. А в этот момент, пока мы разговаривали, он меня посадил и под спиной лежал уже знакомый, он свидетельство еще молча. Я сидел, и как бы его раз под куртку, ну, не под куртку такая, а вот я засунул, привыжил. То есть, едем мы. Купил у них жезл, можно сказать, за 2000 рублей. За 2000. Да. Еще раз, мы гуляем на море, отдыхаем 2 недели. Я этот жезл сниму на заднюю панель. И едем, короче, обратно, опять на превышение на другие уже останавливают гречки. Да. Я как бы прокатываю чуть вперед. Он подходит, ты что, говорит, работаешь в органах? А я как-то раз изобразить не понял, раз говорю, ну да, работа, а где работаешь? Я говорю, да в ГИБДД. Ну давай, езжай. Волшебная палочка уже, да? Волшебная палка. Теперь бежит у меня на панели. Уже, наверное, год четвертый. Будь осторожен.
Разводы палка стреляет. Толян, крутая история. Хорошего тебе дня, наш номинант. Да, сейчас уже один из главных, друзья. Давайте надо переплюнуть. Надо Металлика переплюнуть, который украл. Украл жезлов. Тяжело переплюнуть такую историю. Ну почему? Ну украл жезлов, потому что. Ну вот в кафе девочка сперла искусственный цветок, какой-то кривой куст, а еще я украла ключ из туалета в Subway, закрыла после себя все туалеты и ушла. Уже 3 года работники Subway ходят в Макдональдс в туалет. А вот смотрите, ради интереса, украл в магазине фрутеллу, спрятал ее в рукав куртки, на кассе меня прямо трясло от адреналина, на радостях съел всю пачку, раз, а потом меня весь день аж кружило, она в следующий день в институте у меня украли телефон. После того я сама порядочно. Кассирша, причем так, магазина выследила, зараза, и украла. Года 2 назад из музыкального магазина украл аудиокассету Натальи Сенчуковой. Вот и все еще ищу, на чем ее отложить. Пишите вы, какую фигню вы воровали. СМС-портал 225, группа ВКонтакте.
адрес в город Югров, свой закрывающий. Так, выбрал направление на ИШИМ. Орлы стоят. А, нет. Между Тюменью и Ишимом на участке ведутся дорожно-строительные работы. Надо полагать, расширят проезжую часть в два раза. Насколько это по времени уйдет? Год-два. Ну, главное, начали. Главное, начали. Тогда вообще шикарно будет между Тюменью и Ишимом. А может, даже до Омска потащат.
Thank you.